ГК РФ, статья 1333, изготовитель баз данных. Статья 1240 ссылается на нее. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18.12.2006 года, Н-230-Ф3, в редакции от 23.05.2018 года. Первое. Изготовителем баз данных признается лицо, организовавшее создание баз данных и работу по сбору, обработке, распоряжению составляющих ее материала. При отсутствии доказательств иного, изготовителем баз данных признается гражданин или юридическое лицо, или наименование которых указано обычным образом на экземпляре баз данных или его упаковке. 2. Изготовителю баз данных принадлежит исключительное право изготовления баз данных, право на указание на экземплярах баз данных или упаковке своего имени или наименования, право на обнародование баз данных, то есть на осуществление действия, которое впервые делает базу данных доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, доведения до всеобщего сведения, сообщений в эфир или по кабелю, либо иным способом, при этом опубликованием, выпуском света является выпуск или обращение экземпляра баз данных с согласия изготовителя в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики. Абзац введен федеральным законом 12.03.2014 года, номер 35 федерального закона. Право на указание на экземплярах баз данных и или упаковки иного имени или наименования действует право на указание на экземплярах баз данных и или упаковки своего имени или наименование действует и охраняется в течение срока действия исключительного права изготовителем баз данных. Абзац введен в редакцию федеральным законом 12.03.2014 года Н-35-Ф3. Так.